Это симфония. Потрясающее блюдо, визуально выглядит как, не знаю, вот если назвать это какой-то букет. Симфония. Выглядит очень красиво, потрясающе. Ну и я хотела бы, конечно, услышать, что это у нас за блюдо. Смотрите, когда я был в экспедиции на реке Мома, я услышал от местных народов, что есть такое блюдо, как сыма. 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 А сыма это что такое? В момент улова какой-то более крупной рыбы на сеть. Угу. Попадается карась. Угу. Его много. Угу. Но его не хотят забирать. Ну и выбрасывать нельзя. Грех, да? Да. Байная не поймет. Это дары. Это дары природы, и их нужно тоже как-то. И было придумано блюдо такое, как сыма. Что делали? Выкапывали яму, и как бы обкладывалась яма березовой корой, туда засыпался карась, засыпалась эта вся история ветками. Ну и вот так вот это все дело ферментировалось. И когда впоследствии какие-то люди путешествовали, такие же рыбаки, охотники, кто такие, они знали о таких делянках. И это было питанием. Супер. И когда я услышал эту историю, я подумал, блин, как же круто. Мне всегда нравится фольклор в еде. Угу. В Якутии фольклора очень много. Спасибо. Очень много. И да. В этом ресторане мы затронули это очень, очень серьезно. Все знают, что люди любят лосось. Да. Ну, так вот принято. Вот люди любят лосось, даже в этом регионе, где очень много рыбы. Человек, когда приходит в зал, садится за стол и спрашивает странный вопрос, у вас есть лосось? Я всегда отвечаю таким гостям, вы в таком регионе хотите есть лосось? Ну, people хочет. Но люди хотят, да. People хочет лосось, и мы сделали лосось, но мы сделали его необычно. Мы заферментировали кусочки филе лосося без костей, без кожи, это чистое филе, в свекле с соком черной смородины. Супер. Тем самым произошло такое некое квашение блюда, или заквашивание. И мы этот лосось потом обжигаем на открытом огне. У него несколько структур. То есть он такой приготовленный, с такой корочкой чуть-чуть. Потом переходящий слой, потом сашими стайл. И поэтому, когда кушаете, у вас только один лосось вас взрывает. Тут еще других вещей очень много. У нас здесь крошка из хлеба, которую мы дважды отпекаем в томленом масле. У нас здесь, потрясающе. У нас здесь икра чавыча камчатской. Это лучшая икра. Также у нас внизу под этим блюдом спрятался нугатин из черной смородины и хрен. И поэтому, когда вот это все вот так вот кушаете, вот его нужно кушать как кашу, по большому счету. Вы можете деликатно опять же кушать. То есть, чтобы понимали, это все съедобное. Это цветы настурции, это цветы кислицы. То есть, все травки, которые у нас растут за рестораном, это все съедобно. Это никакие не покупные вещи с пестицидами. Это все натурально выращено с моими ребятами вместе со мной. Мы это поливаем каждый день. У нас день. Это ощущение, что неужели у нас... Нет, это потрясающе, правда. Божественное блюдо. Огромное спасибо. Потому что это правда, когда ты начинаешь вкушать, чувствовать это блюдо, оно потрясает. Она восхищает.